Это пирамидка интересная в виде машинок. Вот сюда вот так вот можно складывать, одевать. А также можно спрятать машинку вовнутрь. Здесь вот открывается. И вот так вот ее можно сюда положить. Этот машинка, скорее всего, с другого набора. Я пробовала вот это вот поставить вовнутрь, но она не влазит. Она вот тоже открывается вот здесь вот. И тоже можно туда что-то спрятать. Так, нет, ой, не получилось. Вот, я пробовала вот эту сюда, потому что у нее снизу есть эти квадратики, но она вот по ширине не совсем сюда пролазит. Поэтому можно какую-то другую спрятать. Этот подвижный ковшик. Можно вот так вот возить. Состояние хорошее. Такой вот наборчик.